Всем привет, приветики, канал АйКТВ, с вами Павел и мой лучший друг Мистер Кис. Ребята, мы продолжаем играть в игру «Лагерь говорящего Тома». Итак, Мистер Кис, или «Модная Битва». Это новое название игры. Итак, вперед, сражение. На двоих, ребята. Игра на двоих ты выбираешь? Да. Отлично. Ого, итак, смотри, два разбрызгателя, две вышки и одна катапульта, Мистер Кис. Я сейчас оценю. Вперед, давай. Иди как слава с правой стороны. Нет, слева. Ты левую захотел? Ну, давай с левой. Я всегда начинаю около разбрызгивателей. У Мистера Киса два отряда метателей. Да. Он выпустил только один, вот, один отряд, да? А ну да, один отряд. Не два, а три отряда. Ты экономишь, да? Ну ладно, давай посмотрим. Осталось твою два. Стратегию, что будет дальше. Да. Тут моя стратегия. Умного кота. Отлично. Кота. Ого. Ты канала АйКТВ. Это обход. Ты хитрый какой, Мистер Кис. Да. Ребята, ставьте лайки и подписывайтесь я на канал АйКТВ. Я захожу в тыл, Павел. Новых серий игры «Лагерь говорящего Тома». Да. Итак, атака. Или «Водная битва». Это новое название. Как ты обходишь все стороной? Какой ты хитрый. В тыл. Так, Мистер Кис, второй отряд. Да, как-то странно ты его выпустил. Рано! Его сразу же катапульта уничтожила. Ты поторопился, наверное, Мистер Кис. Ну да, согласен. Так, теперь атаку, наверное. Вот сейчас надо было выпускать. Мне последний отряд. Мистер Кис. Метатели. Вот, вот. Отлично. Ну что? Еще чуть-чуть. Вот и все. Быстренько ты с ними расправился. Ну, я стараюсь, у меня такое было ощущение, что ты сейчас проиграешь, был. Мистер Кис. Я ошибся. 51 секунда осталось. Нет, сейчас мы снесем быстренько это дерево. Ну, Анжела нам помогает. Сегодня с нами Анжела. Да. Отлично. Красота. Дом на дерево разрушен. Мы получаем 3 звезды. Победа. И 3203 монеты. 13 опыта. Да. Очень неплохо. Итак, следующая битва на двоих, да, Мистер Кис? Да, на двоих. Так, смотрим. Ой, а тут одна вышка. Война повезло, да смотри, Павел. Вот это нам игра подсунула. Да, ну это тут мы быстро победим, Мистер Кис. Да завтра, даже... Шашку кидай. А то сейчас это разгромят. Спокойствие, только спокойствие. Нет, все, вот больше, наверное, не надо никого посылать. И Тома не надо посылать. Нет. Сегодня видите, Том второго уровня. Мы его прокачали, ребят. Ну, я знаю. А, да, мы говорили, ребята. Мы с обойдемся без него. Осталось совсем немножко. Отлично, мы победили. Лагерь завоеван. И опять 3 звезды. Но это была легкая победа, конечно, что не говорить. Ну, что нам игра, и поэтому мы дали 7 очков опыта всего лишь. Так, дом на дерево 4 уровня. Мы его прокачали, ребята. Ну что... Говорящего Тома прокачал ты до третьего уровня. И получаем 12 уровень, ребят. Ну ты, Мистер Кис, сдаешь, ты хорошо продвигайся. Так, следующий бой, Мистер Кис. Или что ты хочешь? Надо нам построить хранилище. Хранилище? Да. Где монет нам надо, да? Да. Ну давай построим. Или что это? Ну хранилище, давай здесь хранилище. Пока, там разберемся. Ты что, не видишь, что ли? Так, мини-вент 3 уровня. Да, ого, вот мы прокачали. Слушай, теперь у нас может солдатиков. Быть, по-моему, 28 солдат. Да. Вместо 20. Да. Так, следующая игра. А, ты выбрал компанию? Да, ого. Я уже компанию играю. На обеих сторонах лагеря стоят защитные здания. И что? Одна сторона может быть слабее. Давай пойдем. А, давай нападем и посмотрим, какая из этих сторон нападем. Слабее. Ну, та сторона, где разбрызгатели, да, Мистер Кис? Давай конечно, самая слабая. Метателей два отряда, и пускай они разбрызгатели, которые, я не знаю, они какие-то очень малоэффективные, эти разбрызгатели. Мне вообще они не нравятся. То есть к ним можно чуть ли не вплотную подойти, и они вообще не реагируют, не знаю. Может быть, после того, как мы их прокачаем до какого-нибудь более высокого уровня, они будут
оперативнее реагировать. Ну, наверное. И сейчас вот смотрите, как мы разгромим этот лагерь. Вот это небольшие бесполезные. Вот только вышка. Вышка очень хорошо, конечно, защищает. Да, вышка очень хорошо. Лагерь. И стреляет далеко. А эти разбрызгатели, ну, совсем, хорошие. По крайней мере, на тех уровнях, что у нас есть, что мы видели, очень неэффективны. Так, ну, нас атакует мистер Пис. Мне кажется, надо... Так, а что мы ждем? Мы ждем шашку. Мы ждем шашку. Так, отступим немножко в сторонку. Я понял твой план. Давай разнесем фургон, минивэн. И нападем. Так, ты готовишься напасть? Да, с двух сторон? Ну, давай. Давай. Отлично. Молодец. Анжелу послал. Очень хорошо. Так, нужна шашка. Шашка срочно, мистер Кис. Да, так, отлично. Нужна. 18 секунд ждем. Ну, я думаю, что будет все нормально. Мы успеем. Успеем. Так. У нас все равно все воины нападают. Так, последняя защита осталась. Последняя башня. Еще чуть-чуть. Все, разрушено. Так, 44 секунды. Я думаю, успеем. Давай. Отлично, у нас получилось. Ну, неплохо, мистер Кис. Спасибо. Что можно сказать? А что, были какие-то сомнения? Нет, сомнений не было. Так, мы получаем 332 монетки. Ну, немного, конечно. Итак, следующий уровень 18. Ну да. Мы проходим кампанию. Мы уже кампания, да. Так, дикий лагерь. Мы не знаем, что делать, да? Конечно, не знаем. Если это дикий лагерь, давай покажем им. Ну давай, а что тут такого? Так, разбрызгиватель. Ну давай с этой стороны, да, мистер ну, Кис, да, начнем. Там, значит, нету... Две да, башни вот я вижу. А, еще вон один разбрызгиватель есть. Где? И катапульта. А, да, не да. знаю, катапульта. Это не страшно. Это тоже хорошее оружие. Я надеюсь, я вот что заметил, тут ничего сложного Кис, нету. Что когда вот лагерь вот так вот расположен, как вот, вот здесь, да, вот широко разбросан. По территории очень легко его победить, как ты ну, думаешь? Ну, мне тоже так кажется. А, не то, что наш лагерь, он какой-то компактный, как будто весь сгруппировался, сжался. Мне кажется, такой лагерь будет очень сложно. Ну, посмотрим. Победить. Хотя, это только предположение, мы с мистером Кисом совсем недавно играем в эту игру. Ну да. Так, катапульта, нападаем. Атакуем ее. И давай отряд. Шарометов, стрелков. Так, у нас осталась одна вышка и один раз брызгатель. Я думаю, надо идти на вышку. Да, на вышку, конечно. Ну да, в принципе, молодец. Без разницы. Ну, сейчас совсем хорошо. Так, мы потеряли. Ну, ничего страшного. Метатели. Ну, все. Я думаю, что вышка нам особо не доставит. Лапо. Я понял, Павел. Мы ее разобьем, мне кажется. Ничего страшного. Давай вначале фургон, минивэн. Угу. А потом потихонечку нападем на эту вышку. И мы Давай. Ее пробьем. У нас предостаточно сил. Тили-тили, трали-вали. Трали-вали. Мы их золото украли. Мы их золото украли. Тили-тили, трали-вали. Мы их золото украли. Так, следующий уровень. Так, мы получаем 3 звезды и 1600 монет. Неплохо. Так, 19 уровень. Это третий эпизод, ребята. Да. Ну, это будет следующий, я не знаю. Нет, мы сейчас будем играть или попозже, мистер Кис? Сейчас. Так, 19 уровень, начать. Награда 18 тысяч монет. И этот Ой, лагерь ты? Сделан довольно 18? Неплохо. Ты не путаешь? 1800. Довольно неплохо. А что здесь хорошего? Это нас никогда не останавливало. Ну да. Ну не самый обычный лагерь. 1800. А вышка, катапульты и два разбрызгивателя. Чего хорошего? А, я ошибся. Почему? Да. 1800 всего лишь монет. Я что-то разошелся. 18 тысяч монет. Ну давай потихоньку атакуем. Ну я не знаю, что тут сложного. По-моему, тоже просто все. Так, наши метатели, первый отряд, потихоньку атакуют лагерь. Так, надо не забывать про время и
Я думаю, что можно еще послать еще один отряд в помощь первому отряду метателей. И так они будут очень долго пробивать его. Да успеем! Подожди. Как ты думаешь, мистер Кис? Сейчас, когда начнет... Я бы послал второй вышка. Отряд. Ну подожди ты. Сейчас вышка так начнет сейчас меня обстреливать, я пошлю. Надо аккуратненько, аккуратненько. Где башня? Так. Ну, башня и вышка, да. Вот теперь я можно думаю, посылать. Я думаю, что надо шарометов послать, мистер Кис, и стрелков. Давай, вот вперед. Вот теперь пошлем. Шарометы, шарометы, давай. Нет, шарометов. Да. А, второй отряд метателей. Так, катапульта, катапульта, мистер Кис. Вперед на катапульту. Сейчас, сейчас. Так, Дяк, осторожно, пять секунд, осторожно. До шашки, секундочку, сейчас мы пошлем на катапульту. Мне кажется, катапульту всех. Надо бежать. Так, катапульта. Так. Отлично, да, катапульта. Вперед, ребята, атака! Еще чуть-чуть, мистер Кис, совсем чуть-чуть осталось. Ну. Дом на дереве. Разбрызгиватели вообще не работают. Разбрызгиватели вообще на нас не реагируют. Вот да. Смотрите. Вы говорите, разбрызгиватели хорошие. Вот только что вот начал, когда мы вплотную к нему подошли, и то мы сбили. Он даже не причинил. Нет, одного, по-моему, сбил. Да, замочил, как чуть-чуть. Говорится. Мы готовы сразиться. Да, мы готовы сразиться с серьезным противником. Конечно. Три звезды получаем, очень хорошо. Победа. И 1800 монет. Да, потери, конечно, есть, и они большие, существенные. Ну что, мистер Кис, будем прощаться с ребятами. Ребята, всем пока, до скорых встреч. Увидимся в следующих сериях. С вами был Павел и мой лучший друг, мистер Кис, который любит лайки. Пока-пока.